Всем привет! У нас сегодня для осени, конечно, необычный рецепт. Но если у вас, вот как у меня, завалялась такая баночка консервированной спаржи, сейчас, вместе с водичкой мы ее в блендер, небольшой огурчик, соль, перец. Я добавлю белый перец, мне кажется, он сюда подходит больше всего. И штук 5 или миндаля, или фундука, любых орешков. У меня они уже измельченные, поэтому я добавляю. Все это хорошо измельчаем. Вот такая у нас красивая масса получилась. Если сильно густо, я немножко добавила водички. У меня жидкости в спарже было мало. Процеживаем. Смотрите, какой красивый суп получился. Его надо поставить в холодильник ненадолго, а мы пока приготовим ароматную сальсу. Вы знаете, вкус невероятный, необычный, свежий огурчик, спаржа. Я порезала мелко лук, огурчик, перчик чили, добавила соли и добавим структуру нашему холодному супу. Очень вкусно, просто и необычно. Такой он красивый. Рецепт под видео. Не забывайте подписываться на мой канал.